Судебные приставы республики с начала этого года получили порядка 105 тысяч исполнительных производств по взысканию 9 миллиардов 200 миллионов рублей просроченной задолженности по кредитам и микрозаймам. Об этом в интервью телеканалу РБК Уфа сообщил руководитель УФССП по Башкортостану Ильнур Махмутов. Таким образом, на сегодняшний день на исполнение приставов находится 488 тысяч производств с совокупной суммой задолженности в 44 миллиарда рублей. Ежегодно количество дел увеличивается в среднем на 40%, растет и взыскаемость. За неполные 6 месяцев МФО и банкам удалось вернуть более 5,5 миллиардов. Это в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период 2020 года. Отмечу, немалая часть кредитно-финансовых учреждений пытается, что называется, выбить долги с заемщиков самостоятельно или через коллекторов. С начала года судебным приставам поступило порядка 560 жалоб, 30% из них на кредитные организации, которые с 1 июля наряду с МФО и коллекторскими агентствами тоже могут попасть под санкции за брутальные методы взыскания долгов. Мы на протяжении последних 2 лет фиксировали довольно-таки значительный рост жалоб, которые поступали именно по действиям уже кредитных учреждений. Несмотря на то, что это довольно-таки серьезный бизнес, он, в принципе, ну, такие нарушения не допускает, но все-таки мы эти факты фиксировали. И, конечно, с этим связано как раз-таки то обстоятельство, что теперь они попали в сферу действия этого закона, и мы имеем право в отношении указанных организаций, в том числе, возбуждать административные дела. Полное интервью с руководителем управления Федеральной службы судебных приставов по Башкортостану Ильнуром Махмутовым смотрите сегодня на телеканале РБК Уфа в 19:20.